Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас на обзоре горелка от бренда Penguin Spider. Модель бюджетного класса. Горелка Penguin Spider поставляется в пластиковом куфле. Горелка предназначена для использования как в наших широтах белорусских, также и в высокогорной местности. Горелка Penguin Spider предназначена для использования с баллонами как резьбовыми, так и с баллонами цангового типа. При помощи адаптера Penguin, который накручивается на шланг. Продемонстрируем горелку на деле. Сейчас я подключаю к обычному резьбовому баллону. Отмечу, что горелка идет без пьезопожига, поэтому всегда нужно вам иметь с собой какой-нибудь предмет для ее поджога. Включается горелочка здесь при помощи вентиля. Вот газ пошел. Сжигаем. Печка работает. Максимальная мощность 2600 Вт. Размер у горелки достаточно компактная. Вес у нее составляет 234 грамма. Сейчас подключаю горелки Penguin Spider адаптер. Вот как он выглядит. Просто накручивается резьбой и подсоединяется к цанговому баллону. Самый простейший баллончик. Подключаем горелку при помощи адаптера. Адаптер я уже накрутил. Здесь цанговый вход. Просто нажимаем и прокручиваем его. Включается влево от меня сторону. Баллон подключился. Устанавливаем. Можно поджигать. Горелка работает. Плюсы горелки Penguin Spider — это, несомненно, ее цена, довольно-таки бюджетная, в отличие от тех же корейских моделей. Хочется отметить из плюсов ее компактность. Горелка у вас даже в карман поместится в собранном виде. При помощи переходника, тоже несомненный плюс, вы сможете ее использовать как с резьбовыми баллонами, с баллонами цангового типа. Минусы горелки – это шланг, то есть он не очень длинные, и горелка может иногда у вас не очень уверенно стоять. То есть если был бы шланг немножко длиннее, то был бы запас и было бы немножко удобнее, мне кажется. Вот это мой единственный минус. Отсутствие пьезоподжига. Хотя это тоже спорный момент, кому как, на любителя. Горелка Penguin Spider рекомендуется для путешественников, туристов, которые экономят свои деньги, но за эту цену получает действительно хороший продукт. Вот эта горелка вам прослужит не один сезон. Горелка Penguin Spider понравится всем любителям активного отдыха, туристам, путешественникам, которые любят походы как в нашей местности белорусской, так и походы в горы. За такую приемлемую цену вы получаете отличный продукт. Гарантия на данную модель составляет 3 года от производителя. Смотрите детальное описание у нас на сайте, и ссылочку мы на эту горелку приведем в описании. Заказывайте. С вами был магазин Adventure Time. Всем хороших походов. Подписывайтесь на канал и смотрите другие обзоры нашей продукции.